Детская невнимательность или родительское упущение? В Махачкале на улице Лермонтова 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Калина», совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Неожиданное появление ребенка на проезжей части не оставляет водителя времени на маневр. В результате ДТП девочка с различными телесными повреждениями госпитализирована в больницу. Ехал по Абубакарову и повернул на Лермонтову сторону до Хадаева. И ехал со скоростью примерно 30 км/ч. И за джипом выбежала девочка на проезжую часть, где нет пешеходного перехода. И совершил наезд